Привет-привет, мои прекрасные друзья. Ну что, мы выкарабкались из квартиры наконец-то. Ой, я никогда не видела, чтобы тут была машина. И идем на море. Вот эти 10 метров вожделенных. Вот, и мы с вами на море. Слава Богу. Ой, сегодня такой хороший бриз. Ну вот это. Тут видите еще какие услуги. Вот это, сейчас мы в магнолию. Тень магнолии окунемся. Это наша Этера. Вот хорошо было покупать, знаете, когда? Когда была пандемия. Цены были нормальные, не было вот этого взрыва. И кто успел, тот успел. И посему был неплохой выбор. То есть можно было выбрать определенные жемчужины на берегу моря. Ну и все. А потом уже мы двинулись в деревню, когда устали от моря. И решили, что зимовать мы будем в деревне. На вилле. Так, давайте я вам покажу. Вот тут ветла, верба, семейство ивовых. Так, дубасят вниз. Покажу вам спуск на пляж. Ну, мы вот ждем друзей на встречу с подписчиками. Это наши прекрасные друзья. Ну, постараемся повеселиться и поделиться с вами впечатлениями. Не только о дружбе, но и о том, что тут у нас происходит. Кстати, вода чистая, никакие водохранилища на нас не повлияли. Это игры. Я не знаю уже кого, но какие-то игры. Вода морская обеззараживает, и все в порядке, трубы не плавают. Так, все, мы на пляже. Все у нас нормально. Тут мало народу. Вот все, как я люблю. Там дальше очень интересный ресторанчик. Может быть, пойдем. Покажу вам все, сделаю гала-рейтинг. У меня есть двоечники и отличники, пятерочники. Что-то у меня нету, знаете, кого? Четверочников. Ну, может, сегодня поставим. О, вот это мы ждем наших друзей-подписчиков. Все, вот они пришли. Идут. И все мы сделаем красиво. Но чтобы не мучить вас длительным репортажем, наверное, на этом закончу. Еще ветер, наверное, вам тоже не понравится. Но не хотела я прикреплять микрофон, потому что мы пытаемся... О, привет, моя актриса! Привет, привет. Это моя любовь. Вот что значит встреча с друзьями. Ну что, обнимаю вас морской любовью. Чао-чао, мои прекрасные друзья. Ну что, актриса, пошли?